Думаю, что это не такое событие, чтобы о нем вот так вот активно говорить. Ну, присвоили. Поди плохо появилась улица героя, да, национального. Уга действительно реальный герой. Он показывает, кстати, России. Россия этим самым, мне кажется, показывает всему мировому сообществу, что за серьезный героизм в противостоянии мировому капиталу, скажем, и мировой агрессии присваиваются вот такие награды, да, посмертные, почти прижизненные. И как правильно говорят, что после смерти не сразу канонизируются люди во что-то. Но я считаю, что Уго Чавес в чем-то икона для нашей политики, для нашей политики непримиримости к мировому злу, скажем, противостоянию тому, что мы называем противостоянием в государстве. Да? Это целостность и благосостояние нации. Вот для нас Уго Чавес останется таким Че Геварой, скажем, да. И поэтому, безусловно, это было правильно, это некий вызов, выпад, такой мировой перформанс, который Россия сделала. И я в этом смысле поддерживаю такие преобразования. Пусть появляются улицы, памятники, люди должны помнить, знать, анализировать, поэтому мы об этом говорим.